Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с такой старенькой ножовкой. Я много говорить не буду, все будет понятно так в видео. Вам всем приятного просмотра. Досмотрите ролик до конца и не забудьте подписаться. Ну а я буду показывать. Поехали!
Друзья, ну по итогу у нас получился вот такой вот импровизированный мачете. Очень хорошо держит жало, острый, мне очень понравилось. Если вам понравился данный ролик, обязательно палец вверх, пишите ваше мнение. Ну а сегодня с вами прощаюсь, вам же всего самого хорошего, самое главное крепкого здоровья. До новых встреч, пока-пока.